ручонки. Привез курьер посылку. Посылку мы заказывали с вами вместе. Вот что в этой посылке. Две 3D пасты Beauty Lux по 6 грамм. Лиловая и розовая. Здесь вот это вот больше всего мне интересовало. Дазлинг гель. Радужный гель называется у продавца. Сейчас скроем. Смотрите, какая красота здесь. Прикольный. Я подписана на Окси в Инстаграм. Вот я у них смотрела на эти гели. Эти гели у них по 540 рублей стоят. По-моему. Так, ну-ка понюхаю. Запах есть небольшой. Так вот, у них баночка один в один с Beauty Lux. И оттенки те же самые. Только отличаются наклейками. Прикольно. Ну, вот следующий маникюр я обязательно сделаю с ними. Так, сейчас у меня будет опять все греметь. Ну, а эти вы уже видели. Вот у меня одна приходила. Ой, какой красивый цвет. Нежненький. Я еще хочу оттенков заказать. Вот теперь у меня три всего 3D пасты. Посмотрела вчера видео Светы с Nail Art и Ирины G смотрела. Они стемпинг раскрашивали. Прикольно так получается. Девчонки, прям мне вообще понравилось. Теперь я тоже хочу кучу оттенков. Так, этот у меня был. И вот такой розовенький. Ой, розовенький вообще яркий такой. Блин, вся в блёстках измазалась. О, яркий такой. Испачкала сиреневенькой. Так, дальше смотрим, что у меня там поприходило. Так, дальше. Что здесь? Базы камуфлирующие. Один, два, три, четыре. И во второй коробке пятая. Дальше. Это матовый. Так. Так, вот 5 баз. Первая. Фокус. Прикольная такая. Стеклянная. Поризентабельно выглядят баночки. Вот состав. Не вижу. 24 месяца. После вскрытия. Кисточка ровная. Флаконы полные. Так, вторая. Показывать уже флакон не буду. Камера, кстати, правильно вам передает. Третья. Так, сейчас понюхаю. Девчонки говорили, кому-то звездочкой пахнет бальзамом, кому-то
еловыми ветками. Ну да, наверное, звездочкой больше. Похоже, да, на запах звездочки. Такая персиковая. Прям даже флакон невозможно обратно кисточку вернуть. Так, четвертое. Это розовенькая. Кисточки мягкие, ровные пока во всех. Так, пятое. А это, наверное, розово-персиковое. Тоже такой же запах. У всех у них одинаковый запах. Так, дальше пошли. Дальше Rubber Base. Она тоже такая прикольная, густая. А обычная база пахнет по-другому. Тоже присутствует небольшой такой неярко выраженный запах. Rubber Top. Топ отличается по запаху. Тоже запах присутствует неярко выраженный. Так, это топ без липкого слоя. Это получается с липким. Этот без липкого. Этот чуть-чуть пожиже, чем тоже. Пахнет так же, как и этот топ. Так, дальше. И два матовых топа. Один с липким слоем, другой без липкого слоя. Такой же запах, как у топов обычных. Я все на нюх проверила. Так, дальше. Дальше у меня получаются пастельные оттенки. Сейчас достану все. А еще забыла, что у меня праймер еще есть. Праймер и 12 пастельных оттенков. Праймер пахнет так же, как у меня праймер. Может, немножко отличается. С окошечком. 10 миллилитров. Так, сейчас для сравнения возьму гратол. В тех же флаконах у меня есть гратол. 9 миллилитров. И массу. Массу 8 миллилитров. Тут заявлено 10 миллилитров. Чуть-чуть пошире. Ну, совсем на чуть-чуть. И гратол тоже чуточку уже. Ну, наверное, возможно, есть. Тут 10 миллилитров. Давайте посмотрим состав у гратол. Чего у нас все в составе боятся? Метакрилат, насколько мне известно. Вот он здесь и есть, метакрилат. А у гратол? И у гратол тоже есть метакрилат. Ну, пошли дальше. Так, 106 оттенок сегодня. Сейчас просто посмотрим. А, выкраска будет в следующем видео. Едва-едва уловимый запах. Это как обычные гель-лаки. Так, это 0,99, я так понимаю. Ой, такой нежненький, розовый. Нет, лиловый, наверное. Или розово-фиолетовый. Розово-сиреневый. 0,97.
буду надеяться, что у меня с ними не возникнет таких же трудностей, как с массу. Массу. Я вообще с ними не могу договориться, с пастельными оттенками. Они густые, пигментированные, но они у меня, я их не могу выровнять. Под них нужно идеально ровную поверхность. Посмотрим, как будут эти ложиться. Красивый, мягкий. Блин, плюхнула. Так, 107-й. Зелененький такой. У меня такие оттенки, все, это не все, а масса у меня 6 оттенков. 5 из них пастельных специально на лето покупала, но справиться я с ними не могу. Они у меня ложатся буграми. Голубенький. Розовый. Так, этот 102-й. Камера. Стоят флаконы. Такой сиреневенький, нежный. А этот розовый был 101-й. Так, дальше. 104-й. Такой фисташковый. 100. Сиреневый. Лавандовый. У меня такие оттенки есть. Так, 0,98. Розовый. Выбеленный. Нежненький. Так, 105-й. И желтенький. Желтенький, красивый такой тоже. Вот банановый, наверное. Такой, какой сейчас в тренде. У меня есть этот ТНЛ, но он ярче этот пастельный. Ну, вот такие вот покупки у меня. Пока я всем довольна. Завтра будет выкраска гель-лаков. Но вот это мне прям больше всего понравилось. Блестяшки эти. Радужный гель у продавца называется. Хочу еще таких оттенков. И 3D пасту тоже хочу. Ну все, всем спасибо за просмотр. И всем пока.